Я приветствую всех любителей спорта, с вами Дмитрий Гамбоев, и смотрите в 103-м выпуске Лиги Чемпионов. Бурятские борцы Евгений Жирбаев и Алексей Боровицкий – чемпионы России среди студентов. В рубрике «Моя команда» расскажем о мини-футбольном клубе «Лимонад», чемпионах Серебряной лиги Бурятии. Покажем обзоры футбольных матчей Кубка Дорожного радио. В городе Раменское Московской области на всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе среди вузов чемпионами стали Евгений Жирбаев и Алексей Боровицкий. Серебряная медаль у Арсалана Будажапова. Отметим, что эти соревнования являются отборочными на чемпионат мира среди студентов, который пройдет с 3 по 9 сентября в Бразилии. Мы уже рассказывали о том, что Федор Балтуев выиграл бронзовую медаль на первенстве Европы среди кадетов в Македонии. Представляем вашему вниманию видео схватки за третье место, где Федор тушировал немецкого атлета Адриана Барновски. В финальных матчах турнира «Кожаный мяч» играет 18 команд. Решающие игры городского этапа завершатся 25 мая, а уже в начале июня состоится республиканский финал. Лучшие команды Бурятии будут представлять регион на Сибирском федеральном округе. Были очень сильные команды, было тяжело играть. Игроки у нас сильные, играют все хорошо. Установка у нас победить турнир. В рубрике «Моя команда» мы познакомим вас с мини-футбольным клубом «Лимонад». В этом сезоне они стали чемпионами Серебряной лиги Бурятии. Хочется сказать, что наша команда – такой сплав опыта и молодости. Костяк команды изначально составлялся из тех игроков, которые второй год уже играют на ветеранском турнире по возрастному цензу 35+. Под разным названием мы играли, но пришли новые ребята. Появился у нас человек, который смог платить команду. Сейчас наше нелегкое время. Платить взносы те же самые. Накладно любому, даже предпринимателю. Вот благодаря кафе «Лимонад», Саёлу Красараеву мы сейчас играем, существуем как команда. Наш директор команды Красараев Саёл купил нам новую форму, обеспечивает тренировочный процесс. Мы, конечно же, ему благодарны за это. В этом сезоне мы подошли хорошим составом, был стимул у ребят поиграть, чего-то добиться, и нам это удалось, были сильные соперники. Проходных игр не было, мы практически все игры вытаскивали в конце, но благодаря своему упорству, своей силе воли, стараниям мы добились этого результата. Ответственности к играм. Ребята все приходили на игры. Мы играли в хороший футбол. Все больше хороших игроков, которые составляют очень хорошую конкуренцию. Для команды «Лимонад» занять первое место в Серебряной лиге – это было все-таки большое достижение. Мы все этому очень рады. Получив чемпионство в Серебряной лиге, было принято решение как бы директором команды, в общем командой, что мы будем выставляться на следующий чемпионат Республики Бурятия по мини-футболу уже в Золотой лиге. Попробуем там свои силы. Конечно, мы понимаем, что команда там сильнее, но, надеюсь, все у нас получится. Возможно, получится нанять профессионального тренера для того, чтобы ставил нам физическую готовность, физическую форму нам нужно набирать, различные комбинации, кондиционный груз ставить. Потому что на самом деле наша команда состоит из любителей. Никто профессионально футболом не занимался практически. Поэтому благодаря тренировочному процессу, я думаю, нам есть куда расти. У нас, естественно, нет задачи
амбициозных на золотую лигу. Но мы хотим просто выглядеть достойно. Я думаю, нашей команде это вполне по силам. Ну ничего, мы не боимся, мы будем играть, показывать хороший футбол и пытаться выигрывать. Мы показали на игре с Батом, что мы можем играть на уровне золотой лиги. В прошлом году мы стали вторыми призерами первенства Бурятии по большому футболу, который проводилась весна-осень 2017 года. В этом году объединили первенство республики и чемпионат республики Бурятия. Ну, в этом году будем бороться с такими командами, как Локомотив, СГТУ, БГУ, Дорожник. Все-таки это гранды нашего футбола. Мы, как любители, будем биться и выигрывать. Я ребятам всегда говорю о нашей команде, что наша команда – это не есть коммерческий какой-то проект, а именно сплочение единомышленников. Самая главная цель – это продолжить в дальнейшем наши те отношения, которые складываются сейчас. И ни в коем случае у нас нет такого, если ты слабее, мы никогда не говорим о том, что ты уже в команде не играешь. Ищем каких-то других ребят. Если есть желание у парня играть в команде, он будет в команде. Секрет успеха в том, что у нас команда друзей. Мы все друг друга очень хорошо знаем, дружим семьями. Друг наш товарищ, который организовал эту команду, Саил Жилсараев. Мы просто друзья, мы очень хорошие, крепкие друзья. Команда за счет этого, думаю, держится, за счет желания играть в футбол, за счет друзей. Все хотят занять первое место. Футбол – это очень хороший вид спорта. Очень много сплоченности. Люди узнают друзей, очень много приобретаешь. Самое главное – любить футбол. Относиться к ребятам как на поле, так и вне поля. По-товарищески. Дружить с семьями. У нас есть хорошие традиции выезда с семьями на Байкал. Действительно, это сплачивает еще больше. И самое главное, что впоследствии, как я уже говорил, те отношения, которые складываются сейчас, чтобы они еще крепчали и продолжали расти. А мини-футбол в Бурятии должен процветать. Все-таки играют там игроки из большого футбола, с чемпионата республики. Будем выигрывать, будем стараться. И хотелось бы пожелать другим командам стремиться к достижению успеха. Если будете трудиться, будете тренироваться, будете, во-первых, общаться друг с другом на понятном языке, на равных с каждым членом команды, тогда будет результат. На полях физкультурно-спортивного комплекса завершился отборочный этап футбольного турнира, который проводит Дорожное радио. 24 команды сыграли свои матчи в группах. 10 лучших поборются за малый кубок мира, а остальные 14 за кубок Дорожного радио. Представляем вашему вниманию обзор матча между спортивным клубом «Радар» и командой «Дрим». «Радаровцы» забивают первыми, гол вышел курьезным, голкипер «Дрим» оказался не готов. Второй гол снова забивает «Радар». После 0-2 наконец-то заиграли футболисты «Дрима». Они сначала отцветали один мяч.
а чуть позже сравняли счет. Гол получился на заглядение. При равном счете 2-2 команды уходят на перерыв. Ты даешь пас, я понимаешь, я-то за игроком открываюсь, получается, а ты мне еще даешь на шаг назад. А там обрез, если, допустим, я ему сейчас... Просто у вас сзади стоял. Нет, ну понятно, ну сделай в линию, в край сделай. Я просто, я как бы показываю, а в линию, да, тихонечко. Вон, Тиму два раза закинул, два раза можно было. И здесь я тебя перекидываю, ты на мяч-то иди. Да, да, да. На мяч иди, ты не идешь на мяч. Если мяч дать, вон он выбежал этот в красной маке, и все, и длинным взял просто, и все. Давай, можем, можем, можем. Улетали два момента, давай, посидешь. А когда он с тобой бежит, смысл туда бежать? Обратно три шага сделал, получишь мяч. Все? Рано? Тяжелая лига, они комбинации придумали. Красавчик. Во втором тайме вновь радар забивает дальним ударом. Еще один гол радару подарил игрок Дрима Андрей Тулаев. Затем радар забивает пятый гол. У Дрима в ответ отличилась связка Тулаев-Митинков. И сразу привет от футболистов «Радара». Итоговый счет 6-4 в пользу спортивного клуба «Радар». По турниру могу сказать, что замечательный турнир, потому что играют, как вы видите, 24 команды. Заявился практически весь город, все любители футбола. А по сегодняшним двум играм могу сказать, что мы самую первую игру проиграли с небольшим перевесом. Два мяча, 3-1 уступили. И сегодня нужно было выигрывать. Тем более, сами видите, если первая команда, как бы лидер, не очень оказалось сопротивление, 4-0 мы их выиграли, то по этой игре можно сказать, что Dream Team был в нашей группе, скорее всего, лидером и должен был выходить. Хотя у них еще шанс есть, потому что две победы сделаны. Но, тем не менее, хочу поблагодарить всю команду за самоотдачу. Сами видите, играть через игру не так легко, но тем не менее, ребята собрались. По ходу игры были качели, так называемые, в один мяч, догоняли нас. Ну, может быть, где-то повезло, где-то хорошо, что забили первый гол, поверили в себя и довели результат до победы. Смотрим еще один обзор, где играли Зика и Бат 2. Первый гол забивает Зика, отличился Альберт Амиров. Игра была в целом равной, много своих моментов не использовали игроки второго бата, как, например, здесь. А мы уходим на перерыв, послушаем, как намерены играть команды во втором тайме. Встречать так, чтобы он туда пас не давал. Ну и такие же, не надо, у нас мяча в мире, просто отдаем хотя бы в рамку. Победа, только победа на морально-волевых, несмотря на то, что нас мало. Только победа. Это футбол. Во втором тайме домашней заготовкой порадовали игроки Зика, Золотарев и Поздоровкин. Сначала Владимир Золотарев заработал штрафной, а гол забил Алексей Поздоровкин. Вот как это было. Бат 2 выпустил в концовке пятого полевого, но мяч в ворота не шел. Вручал свою команду и голкипер Зика. Нормально, хорошая игра, в принципе. Команда Бат 2. Хорошая команда. А это был второй бат или первый? Второй. Хорошая команда, давно уже играет.
Ну, правильно сыграли от оборонки. Забили нужные моменты. И, в принципе, игра сложилась. Счет 3-1 нормально. Также порадуемся за футболистов Тивикома, одержавшую волевую победу над командой «Профсоюз Авто». Телевизионщики играли без замены и проигрывали 0-3, но в итоге выиграли со счетом 5-3. Все 5 голов забил Никита Жужгов. К слову, он не полевой игрок, а запасной голкипер команды. Уже в эти выходные за малый кубок мира будут играть «Байкал Автотрак», «БМП», ООО «Рост», «Теплоэнергосбыт», «Мебельщик Восток», «СК Радар», «Торговый дом Барис», «УВО Росгвардия» и «Зика». А за Кубок Дорожного радио сыграют Тивиком, Dream Team, Локомотив, Постер, Банкиры, Патриот, Ба-2, Артиллеристы, Лидер Транс, Профсоюз Авто, Форвард, Легион, Байкал Веб и АТВ. Отметим, что уже известно, кто и в какой группе играет, так в группе Б нас ждет дерби телеканалов. Тивиком будет играть с АТВ. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите Лигу Чемпионов в четверг в 18:30, повторы программы в 8:30 в пятницу и в 10:30 в субботу. Для пользователей интернета программа имеется и на сайте нашей телерадиокомпании. Союз тэквондо Республики Бурятия в течение 20 лет готовит победителей и призеров чемпионатов России, Европы и мира. Запись по телефону 20 55 75. Стань лучшим, тренируйся с лучшими. Сеть кафе и столовых «Лимонад» теперь и на Хасанам-Сараева 7. Готовим только из свежих ингредиентов, собственных фермерских хозяйств, экономно, полезно и экологично. Для приверженцев правильного питания есть особое меню, а также домашняя рецептура питательных блюд европейской кухни. Приходи к нам в гости, вы почувствуете себя как дома. Просто столовая «Лимонад». Просто три адреса: Суховатора 7, Ключевская 54В и Хасанам-Сараева 7. Пиццерии «Манхэттен» акция. Покупаешь две пиццы, третью получаешь в подарок. Кроме этого, у нас самые вкусные роллы, бургеры, дёнер. Приходите и попробуйте. Мы находимся по адресу улица Смолина, 79. Заказать доставку можно по телефону 33 33 16.